В единый день голосования 10 сентября в Ульяновской области пройдут выборы депутатов городской думы Новоульяновска, совета депутатов Барыша, а также довыборы в Ульяновскую городскую думу по трем округам. Партия «Единая Россия» традиционно определяет своих претендентов для участия в выборах через предварительные народные голосования. В последний день марта состоялось очередное заседание Организационного комитета по проведению праймерис на территории Ульяновской области, в ходе которого число кандидатов пополнилось на 6 человек. Если нет никаких возражений, готов поставить вопрос на голосование и включить Боровой Анастасию Борисовну в список участников предварительного голосования в качестве кандидата в депутаты Ульяновской городской думы по Ленинскому одномандатному избирательному округу номер 30. Нет возражений? Никаких. Ставлю вопрос на голосование, кто за, прошу голосовать. Против, воздержавших нет, единогласно принято. Кроме того, были утверждены список мест для предварительного голосования и технический график проведения дебатов. С каждым годом процент населения, участвующих в предварительном голосовании, мы видим, увеличивается. То есть интерес к предварительному голосованию растет. И я думаю, это в большей степени связано с тем, что растет открытость и прозрачность его проведения. Документы от желающих попробовать свои силы в праймерис принимаются до 27 апреля. Само предварительное голосование «Единой России» пройдет по всей стране 28 мая. Георгий Кузнецов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.